Торжественная линейка в 134-й школе началась с открытия памятника герою Советского Союза Федору Санчирову. В годы Великой Отечественной войны он служил командиром самоходной установки. В августе 44-го 20-летний куйбышевец с экипажем выдвинулся навстречу противника, уничтожил танк «Тигр», одно самоходное и несколько полевых орудий. Когда его самоходная установка загорелась, продолжал вести огонь, пока машина не взорвалась вместе с экипажем. Размещение вот этой композиции, да, это тоже определенный нравственный ориентир для ребят, которые каждый день здесь ходят в школу. Очень правильно и символично, что в год 70-летия вот такое сооружение монументальное, да, здесь появилось. Сейчас самое актуальное время для того, чтобы вот как раз дети видели о том, что все это рядом, да, что это не так далеко было, что все это история, что мы должны это помнить, знать, и это должно быть буквально вот каждый день приходить в школу и помнить, что вот такое может повториться. На территорию школы бюст героя перевезли со станкозавода, предприятия, где Федор Санчиров работал до войны. О героическом труде жителей поселка Шмидта теперь можно будет узнать и в школьном музее. 1 сентября он получил лицензию и вошел в единую музейную систему России. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.